Правительство Татарстана начнет применять блокчейн в госсекторе. Как сообщает BitsMedia, компания Kiwi Platform предложила применять блокчейн во многих отраслях и уже провела исследования по поручению президента Татарстана Рустама Миниханова. По словам экспертов, внедрение блокчейна упростит избирательную и нотариальную систему. На данный момент отсутствует правовая база относительно блокчейн. Тем не менее, по словам пресс-секретаря Министерства информации и связи Татарстана Анны Яковлевой, правительство Татарстана ведет переговоры с Центральным банком РФ, а также Росреестром по поводу возможности применения блокчейна в финансовом секторе.